Слышно. Добрый день, уважаемые собравшиеся, добрый день, коллеги. Представлюсь, меня зовут Штукин Александр Викторович, я являюсь руководителем подразделения Micromind в компании ООО Micromind Rus. В первую очередь, позвольте поблагодарить организаторов данных семинаров, это Горный институт в лице Владимира Леонидовича и Александра Викторовича, и Первый биологический канал в лице Александра Васильевича. То есть мероприятие, безусловно, очень важное и набирающее все больше, больше популярность. Компания Micromind как поддерживает, так и планирует поддерживать проведение данных семинаров. Считаем вопрос привлечения как можно большего числа специалистов горно-геологического сообщества к вопросу современных IT-технологий в горном производстве более чем важным. С нашей стороны мы, в свою очередь, проводим ряд мероприятий на это нацеленных. Ну, таким одним из ярких примеров проведения таких мероприятий является наша ежегодная конференция, которая проводится традиционно в рамках Майнекса. В этом году 5-я юбилейная конференция пользователей Micromind собрала порядка 130 человек. Это 130 человек приехали со всей страны для того, чтобы обсудить вопрос решения тех или иных задач, ну, применительно к нашим программным продуктам. При этом хочется отметить, что 15 презентаций, 15 докладов были представлены вниманию слушателей, и все эти 15 презентаций подготавливались нашими пользователями. То есть затрагивались темы геологического моделирования и проектирования горных работ, ПВР отдельно внимание было уделено, ну и очень интересный был доклад со Столинского блока по результатам внедрения системы планирования в Micromind на производстве. Что хочется, так, в общем-то, отметить? Очень отрадно, замечательно, что подобные площадки существуют. И данный семинар, на котором с вами присутствуем, это на самом деле, на мой взгляд, уникальная возможность специалистам, горнякам, геологам получить актуальнейшую информацию по тем нововведениям, тем новым тенденциям, которые существуют сейчас на рынке IT-технологий в горнодобывающей отрасли. Я приветствую коллег из Dassault System, из модула. Собственно, спасибо, что согласились также принять участие в подобных семинарах. Тема, которую коллеги затронули, более чем актуальна. Это там, решение при задачах планирования, IT-решение при ведении разрывных работ. Собственно, немножечко хочется проанонсировать следующий такой семинар. Пройдет уже в феврале. Ну, компания Micromind планирует выступить, подготовим какой-нибудь серьезный доклад и предложим ваше внимание, поэтому всех также приглашаем в феврале принять участие в семинаре. У меня все, спасибо всем еще раз, желаю удачи, не отнимаю время, коллеги, прошу вас.